Тут уже другой какой-то фунгицид. Какой-то он такой. Кот, ты и так уже облез. Куда тебе это нюхать, а? Мы находимся в городе Ессентуки. Ермолова 123. Транспортная компания СДЭК. Здесь у них офис. Мы идем получать элитные семена. Вот получилось семена. Агрофирма «Кубанское поле». Общий вес 3600. Эта посылочка стоит 15 000. Да, хорошая посылочка. И наши семена сортовые и гибриды. Ответственный момент. Мы никогда не покупали профессиональных семян. Не знаю, как они живые виновочек будут выглядеть. Для нас очень сомнительно. Мы заказывали арбузы, и дыни там должны быть. Там же сладкая кукуруза гибриды. Мы вот эта коробочка. О, это большие банки. Я думал, они типа как сгущенки, они вон какие. Фига себе. Ну кто тут помял? Вот американская фирма Холлар Премиум. Это вам не шутки, вот они. Арбузики. Арбуз — это не гибрид, это сортовой. Называется он АУ Продюсер. А при чем здесь АУ? Не знаю, ну так, такая маркировка. 500 грамм. Потом 99% схожести. 1% на брак. Water мелон — это означает арбуз. Это вот один, а это вот другой. Какой? Unigen Seeds. То же самое. Продюсер АУ. Вот АУ продюсер. Разные фирмы просто, да? Да, разные фирмы. Ну вот тут вот написано, что упаковано в 2016. Страна происхождения USA. Америка. Баночка вот такая. Кстати говоря, вот этот дешевле. Так, по цене. Ладно, потом посмотрим. Сколько что. Это кукурузка. Фирма. Кстати, да, вот этот вот знак, помнишь, мы проезжали, действительно, вот они были. А, на этих, на полях. Этот знак был, да. Спирит. Сорт. Сладкая кукуруза. Вот. По-английски это звучит как sweet corn. Сингента, Франция. Это французский, значит. Вот такая большая. Вон, я для рыбалки покупал килограмм кукурузы 10 рублей. Вот это стоит 2000 с чем-то. 1 килограмм. Это дымки. Гавриш. Это местные наши. Алтын F1. Эльдорадо F1. В пачках 100 семян. Что здесь, что там. Это такие недорогие дыни. Дыня Славия. Тоже гавриш. Срок реализации до 2018. Затем тоже волжанин арбуз. Среднеспелый. Засухоустойчивый. От 5 до 18 килограмм. Так, это тоже волжанин. Арбузик. 50 грамм. А там что здесь? Так, это тоже, я так понимаю, гавриш. Атаманский. Лада. Дынка. Шуга Бэйби. Его предшественником является всем нам известный холодок. Ну, надеюсь, он не будет, да, как холодок. Ну, холодок, он маленький, там, 3 килограмма. А этот вроде бы 10 килограмм.
Это тоже Шуга Бэйби. Сколько он там сейчас почитали? Ничего не писал. Не употреблять в пищу семена. Написано. Так, это дыня колхозница, всем известная. Желтенькая, кругленькая. Тут тоже колхозница. 25 грамм до 2019 года. Так, вот он, кстати, холодок. Вот так вот он выглядит. Гавриш. А это уже пошли дорогие семена. Вот арбуз Камилла F1. Арбуз Одиссей F1. Тоже дорогие семена. Тут, вот еще. Вот, кстати, есть Шуга Бэйби, а есть Шуга Деликаты. Сами видите цену. 2900. Тысяча семян в партии. Исторический момент. Для нас, по крайней мере. Открываем баночку семян под названием «Продюсер». Чем отличается вообще сортовой от гибридного? С сортового можно собирать семена и садить опять. Он даст такое же потомство. Ну, при наличии, конечно, если все это будет посеяно на одном поле. Вот, пожалуйста. Это, кстати, расфасовка американских семян, но в Италии. Вот они протравлены какими-то фунгицидами. Поэтому, наверное, нельзя их кушать. Вон, видишь? Вот такие вот они маленькие. Вроде бы одного размера. Так, может, этот откроем тоже сразу? Посмотрим. А вот это вот продюсер от фирмы Холлар. Нам не только любопытно, мы еще хотим проверить схожесть. Потому что вот на Холлар банке нету никакой информации о сроке упаковки и сроке годности. Так. Вот так вот. О, тут уже другой какой-то фунгицид. Какой-то он такой. Кот, ты и так уже облез. Куда тебе это нюхать, а? Кстати говоря, где-то я видел не очень качество. Видите, вот где-то вот разломанное уже семечко. Это вот Холлар, хоть он и, а, кстати, он и дороже. Но семена как бы не один в один идут. Это уже косяк их. Конечно, посмотрим, как оно на схожесть повлияет. Вот, это уже нехорошо. Вот такого, например, вот здесь такого не, вроде нету. По крайней мере, сверху. Хорошо, что мы две разные баночки заказали. У нас есть возможность сравнить от начала получения посылки и до конечного результата. Ну, красиво выглядит, да? А сейчас мы раскрываем гибрид кукурузы. Вот он. Тоже обработаны. Такие они сморщенные все. Отличаются от обычной кукурузы кормовой. Тоже в каком-то. И это даже как бы розовый тут, а этот красный. Зеленый, да. Все краски жизни. Вот. Мы вскрываем для того, чтобы проверить схожесть. Сейчас конец декабря 2017 года. Конечно, для нас важно узнать, качественные эти семена или нет. Вот так. Что, тереть и открыть? Как мы их потом закроем? Лучше не надо. Надо, теперь остается, да? А вот это вот самые дорогие семена. Это Шуга Деликат. Вот этот больше 3000, это больше 3000. Камилла F1. Ну, это местный гибрид. Гавриш выпускает фирма. Так, все.